Галчета ТВ. Всем привет! Вы на канале Галчета ТВ. И я Санта Макс. Вы удивлены? Ну, если я кот и в образе Санты, то значит я Санта Макс. И так как скоро Новый год, то я начинаю серию своих новогодних видео. Ура! И в этом видео я хочу сделать новогодний подарок для хомяка. Да-да, я ведь очень люблю хомяков. И сегодня мы с вами сделаем манеж для нашего хомяка. А можно, Макс, я скажу, чтобы зрители не забывали подписываться на твой канал и нажимали на колокольчик, а также заходили на твой новый канал Кота Макса, ведь ты у нас такой потешный котик. Итак, для изготовления манежа нам понадобятся палочки от мороженого, у нас вот они уже такие, сразу разноцветные. И также нам понадобится клеевой пистолет или просто клей, которым вы привыкли пользоваться. Ты мне мешаешь, я буду рассказывать. Сначала делаем нижнюю часть манежа. Для этого короткие палочки из-под мороженого приклеиваем на большие палочки из-под мороженого. Я правильно рассказываю? Да, Макс, ты говоришь абсолютно правильно. У нас должна получиться вот такая вот деталька. А теперь мы должны сделать боковые части нашего манежика. Для того, чтобы делать их, мы приклеиваем палочки уже не так плотно. Ведь в манежике должны быть дырочки, из которых животные могут выбраться наружу. Да? Дырочки ведь для этого. Ну, Макс, дырочки не совсем для этого, но пускай будет так, для того, чтобы они попытались выбраться. Но в самом деле, расстояние между палочками мы делаем именно так, чтобы никто не выбрался. Прости, Макс. И в результате мы получаем вот такой штакетничек. И таких штакетничков нам нужно 4 штучки. 2 побольше и 2 поменьше, ведь нам нужно 4 стенки. Вроде бы так. Да, Макс, абсолютно верно. У нашего манежика 4 стенки, как, в принципе, и любого домика. После того, как мы завершили изготовление всех стеночек, начинаем их собирать. При помощи клеевого пистолета или клея приклеиваем дно и затем все остальные стеночки. А затем я предложил украсить красивой ленточкой. А котики любят всякие ленточки и бантики. В общем, и бантиками мы украсили. Ведь это новогодний подарок, он должен быть красивый такой, чтобы хомяку понравилось. Может, он захочет со мной поиграться, как вы думаете? Ну, я очень надеюсь, что наша Хомки Белоснежка оценила такой сюрприз и такой красивый манежик. А вы, зрители, что скажете? Вам нравится этот манежик? Ведь мы же так старались, и это такой новогодний подарок для наших хомяков. Но этот манежик можно использовать и еще для куколок, и для чего угодно. Пишите в комментариях, какие еще идеи вы хотите, чтобы мы сделали, как новогодние подарки для наших животных, а мы будем их воплощать. Всем пока-пока, с вами ваш котенок Макс. Ну и мама, и хомячок. В общем, у нас здесь очень много животных. Не забывай подписываться и нажимать на колокольчик, и заходи на новый канал Макса. Я тебя там тоже жду со своим новым видео. Всем пока-пока и до новых встреч!